Под стражей еще на 2 месяца Урлашов, Донсков и Лопатин останутся в столичном СИЗО до 3 июня. Такое решение в четверг днем принял Московский городской суд. Известно, что на процессе Урлашов согласился с продлением меры пресечения. Правда, просил у суда 4 месяца для проведения экспертизы оперативно-розыскной деятельности. Напомню, все трое – фигуранты громкого коррупционного скандала. Им инкриминируют покушение на получение взятки в особо крупном размере.